Полицейские задержали жителя Одесской области по подозрению в разбойных нападениях. В темное время суток правонарушитель заходил в магазин или аптеки и, угрожая пистолетом, отбирал деньги. Лицо преступник тщательно скрывал, всегда был в медицинской маске. Вскоре выяснилось, что 25-летний мужчина, у которого уже была судимость, совершил 6 разбойных нападений в разных районах города и области. Последний из них на магазин в областном центре. Угрожая кассирше, правонарушитель забрал около 1500 гривен. Всю полученную выручку он тратил на наркотические вещества. Ограбил это магазины, аптеки с применением газового пистолета. Почему вы это сделали? Для чего вам деньги нужны были? Проблемы в семейном положении. Каждый раз ему удавалось сбежать, но после этого правоохранители задержали его по месту жительства. При обыске у мужчины изъяли 2 пистолета, газовый муляж, а также другие улики. Заумисник заарештований. Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває слідство, в ході якого поліцейські перевіряють фігуранта на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Одеської області.